Ой-ой-ой. Я тут мимо пробегал, наткнулся на стрим, можно зайти. Люська, привет, успела перед стримом потестить новые наушники Клавы? Конечно, конечно, успела. Видишь, я как будто в шапке или в скафандре. Спасибо тебе большое, Фоксичка, спасибо. Конечно, немного непривычно, но так удобно. Так удобно, ничего не сползает. У меня последние стримы. Мой наушник, вот этот левый, он, короче, был вот уже вот где-то вот на вот таком уровне. Я его все время подгибал. Мне сейчас так удобно. Просто такая, видишь, прям реклама у меня идет. Тут HyperX, тут, тут, короче, везде. Привет, привет. Анюта, привет. Ой, боже мой, я так рада, что у меня все работает. Вот у меня мышка. Но она такая тоже тяжеленькая такая. На ней, правда, отпечатки остаются. Так, клаву не покажу, потому что все разолью здесь. Саш, привет. Киверт, привет. Итак, ребятки, мы сегодня с вами начинаем новую игру. Так, сейчас. Работает геймпад у меня? Ну, конечно, нет. Сейчас, секунду. Ага, все работает. Значит, начинаем новую игру. Я думаю, уже многие в нее поиграли, но не я. Я играла в «Ведьму из Блэр». Вот, я проходила ее целых 3 стрима. У меня там было 2 маленьких стримчика, 1 большой. В общем, в целом, мы с вами уложились где-то в 8 часов. Но я так медленно ее проходила. Я просто, честно, даже не хотела ее до конца проходить. Ну, короче, есть игры, которые ты, как бы, хочешь пройти поскорее, а есть, в которые ты хочешь играть. И вот в «Ведьму из Блэр» я в нее просто хотела играть подольше. У меня на гарнитуре все так же, наверху написано HyperX, и по чашечкам тоже есть логотип, только у меня другая гарнитура, дешевле твоих. Ну, я сегодня вообще, значит, засмотрелась на очень дорогую гарнитуру, привет, Тутанхамон, тоже HyperX, но потом я поняла, что там переплата, ну, точнее, узнала, в интернете почитала, у продавца узнала, значит, что там переплата идет за какую-то звуковую карту, которая встроена в гарнитуру, что-то такое. Спасибо, Юр. Энджел, привет. О, а я выиграл ПК и наушники от хайперов. ПК? Это как вообще? Как так? Как это? Что ты сделал для этого, ну-ка? Надо было мне это до того, как я в магазин пойду рассказать. Очень крутой звук. Ну, они не так удобно сидят. А, так вот, я хотела гарнитуру другую, дороже. Потому что я думаю, покупать, так покупать сразу. Офигенно, прям самую дорогую, думаю, возьму, которую там есть. Но там, вот, значит, они вот точно такие же. Не, не точно такие же. Вот здесь вот такие круглые. Как будто, знаете, как воронка такая. И вот тут сверху еще вот так. Вот такая еще штука, вот. Она еще квадратная такая, мне не понравилась. Вот такущая. Я выглядела бы в ней просто как космонавт, честно. Для меня внешность все-таки немножко ключевой факт. Ну, не ключевой, но одна из. Один из. Cloud Revolver. Там какие-то про, я не помню. Револьвер, не револьвер. Ну, что-то там... Что-то там про. Я думаю, о, я же про. Ответили на мои вопросы, и рандомайзер выбрал мой мейл. Прикольно. А ты ответил на вопрос. Ушки? Ну, какие ушки? Какие ушки могут быть? Я взрослый, адекватный человек. Какие ушки могут быть? У меня, кстати, не сбились настройки камеры-то? Ладно, вроде нет. Нормально камеру показывают, ребята, или надо перенастраивать? Что-то я просто сейчас ОБС закрывала, открывала. Привет, Острог. Прости, что не был на прошлом стриме. Тренировка в 11 только закончена. Да ничего страшного. Вот, значит, эта игра, в которой мы сегодня играем, по-моему, она от разработчиков Until Dawn. Если я что-то путаю, то как минимум это игра в таком же жанре. Ну, типа кинцо, в котором может погибнуть любой из персонажей. Может быть, я что-то путаю? Здравствуй, Бадьяд! Бадьядушка, как тебе моя гарнитурка? Смотри, какая она прикольная!
Вообще, такая класс. У меня еще тут такой пульт есть, чтобы звук регулировать. Клаву, мышь, там я все уже показывала. Привет, Ритард. Пеленгас? О, это новое слово в моем лексиконе. Надо записать куда-нибудь. Я таких слов еще пока не знаю. Я надеюсь, это было не матное слово. Не хватает сквозь. У меня, говорю, вот это ухо, оно просто висело уже. Представляешь, оно сейчас так плотно держится. Я могу крутить головой. Блин, какая я счастливая вообще. Спасибо, спасибо вам всем. Вы меня все-таки на это надоумили, помогли мне. Что такое пеленгас? Да черт его знает, пеликан какой-то. Птица? Это птица, угадал? Конечно, удобнее. Не, ну, кстати, ту гарнитуру я тоже очень любила. Звук отлично передают. Видите? Нет микрофона, он снимается полностью. Я же постоянно подгибала микрофон. А здесь, короче, полностью снимается. Вот отсюда вот. Здесь вот такая дырочка открывается, туда вставляется микрофон. Но он же мне не нужен. Да, 7.0, 7.1, 7.1 звук есть. Они очень хорошие. Это прям крутые. Ну, единственное, что да, они, конечно, громоздкие. Да пофиг, я же геймер, я же стример. Какая мне разница? Все, поехали. Новая история. Новая ячейка. Ячейка. Если будет плохо слышно, то вы мне все скажите заранее. Я ничего про эту игру не знаю, кроме того, что здесь что-то происходит на корабле. Вот уже порт нам показывают. Люси Мажор. А то! Люси вообще дочь миллионера. Я чуть самые дорогие наушники не взяла, но оказалось, что они плохо смотрятся на мне. Они просто, я не знаю, как будто я одела этот шлем какой-то, знаешь. Привет, Ти, привет, Хеймдаль. Когда сошел микро покупать, думал вообще психануть, купить Клауд Револьвер, потому что микро не было в наличии, но подумал, что микро будет лучше, а с вебкой, кстати, все хорошо. Спасибо, спасибо, спасибоки. Буду теперь крутить головой весь стрим, ладно? Надеюсь, они не развалятся. Прикиньте, если развалятся. Пожалуйста, хоть бы здесь был топовый сюжет. Ну, на самом деле, у игры не очень хорошие оценки. Мы будем с вами искать в ней что-то Ну хорошее. все, дружище, Привет, давай-ка Кертыч. возвращаться на корабль. Слышно? О, стоп, машина. Чё, красотку У заметил? красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Вы умеете Умею, да? драться? Эй, дай четвертак. Интересно, к чему он это спросил? Зачем? Хочу узнать будущее. В каком-то Поехали. китайском квартале они Рассказывай, находятся. что меня ждет. После Второй мировой войны. Какой вопрос ты хочешь задать костям? Вау, я что, играю уже? Используйте R, чтобы выбрать. А, расскажи мне Я про сына о своего моем хочу сыне. спросить. Я не... Он, Оно само! У него все хорошо будет? Как у него сложится жизнь? Хорошо, давай вот йодушку. Чаем отметим. Я уже отмечаю. Так, что-то с сыном. Дракон, бамбук. Черт, я играю уже. Что делать? Так, скажи мне, что ты видишь. Нажимайте, удержите РТ, чтобы брать предметы. Ну, Рыбу. на рыбу похоже. Я вижу рыбу. Наушники дороже, чем петь. Твоя судьба может прийти к тебе. Она как таинственный ветер. Но такой ветер не всегда всегда несет за собой смерть и страдания. Смерть? Смерть? Ты что, Это офигел? как? Что это значит? Это как понимать?
Какого черта, а? Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А силёнок хватит? Сможете превзойти своего друга? А то. Дай четвертак. Тогда открою счет. Сейчас попробую. О, да боже мой, сколько геймплея в самом начале. Так. А, сори. Ну, это вроде не сложно. Японочка. Это на время. Вау! Ау! Черт, я по-другому. Я думала, что у меня геймпад от PlayStation 4, оказывается, от Xbox One. Вы вроде сказали, что умеете драться. Ой, как быстро! Да вроде успеваем пока. Вау. Это было. Похоже, теперь я мастер карате. Не ожидали? Нет, нет. Сложность не надо было выбирать. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. А мои прошлые наушники развалились. Хотя я всего лишь ими игралась, вот так. Ту-ру-ру-ру, они такие... Так, ну где написано вообще, что нельзя играться наушниками, я не поняла. А вот этими тоже прикольно играться. Их, короче, снимаешь, и они такие, хоп, магнитятся как будто. Наушники, как называется? Что-то типа HyperX Cloud 2, что-то такое. Ну, честно, я еще не выучила их название. Очень похоже на Until Dawn. Я думаю, что да, это все-таки от этих же разработчиков. Какие-то моряки, значит, плавают. И вот они высадились, походу, в Японии. Побузили, погадали и уплывают дальше. Не буду я им играть. Ладно, не буду играться. 50 центов? 50 центов? Какие 50 центов? Верни деньги! Отвали! Понял? Мне тут не приказывай! Купить игрушку? Мое медицинское заключение! Эти парни надрались по-черному, потому и будят! Этого можно тащить сразу в лазарет! Отлично! Сегодня такой хороший день у меня был. Пусть там посидит! Кстати, в кино так и не сходила, услышала у... Ребят, знакомых отзывы про Оно 2, что фильм затянутый и скучный. И я решила, что 3 часа в кинотеатре высидеть, что-то я сама даже не хочу. Посмотрю потом, когда в качестве выйдет. Только не спойлерите мне, ладно? До того, как я посмотрю. Через месяцок, может, уже можно будет позырить. Китай? Ну простите, ну путаю я Японию и Китай. Ну простите. Наоборот, что норм фильм. Оно старый фильм, он же из двух частей состоит. Он весь офигенно интересный. Не знаю, как они могли запороть продолжение. Про взрослых. Ну, может быть... Может быть, это все... Неправда. А, ну да, оригинал-то я смотрела. Ну ё, чё ты меня подкалываешь? Да, я смотрела оригинал. Но вдруг там что-то по-другому.
Так, у чувака сотрясение. Это ужасно. Джо Лазария, 22 июня. Первая часть. Менее боли. Второй понравилось. Я еще очень давно Стивена Спилберга книги читала. Все, начался геймплей. Вот такие вот моменты в играх, я не понимаю. Взял, посмотрел на фотку. Я эту фотку вижу, как бы даже до того, как я ее поднесла поближе. Хоть бы коммент какой-то оставил. Вот смысл просто на нее смотреть. Это что за хрень? Фига себе, вы с ним одновременно это сказали. Кладбище домашних животных больше понравилось, чем оно. Ой, кладбище домашних животных вообще г было. Я новое оно. Первое не досмотрел. На половине фильма зевать начал скип. Но если про второй такой горят, то не буду смотреть. Оригинал, наверное, можно глянуть. Конечно! Обязательно глянь оригинал. Так, у чувака было сотрясение. Пока он был в отрубе на корабле, почему-то кого-то убили и засунули в шкаф. Ёшки. Ну так, атмосферненько, конечно. Привет, Саш. Не, кладбище домашних животных надо, конечно, смотреть тоже, только старую. Они сейчас такие хитрые, вот эти вот создатели фильмов, да? Они, короче, берут просто все старое, переснимают, причем хуже, чем... Так неудобно ходить. Хуже оригинала делают только. Да, но понимаешь, в оригинале все равно круче, кептыш. Филс Грампи, привет! Вот хрен поймешь, можно сюда идти или нельзя. Ага. Ой, управление-то какое нехорошее. Какой он неотзывчивый. Это просто ужас какой-то. Господи, даже в Heavy Rain было удобнее ходить. Он, в принципе, как будто сам поворачивается. Графонист, Ахри. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Кино, да. Ну да, если бы они хотя бы переснимали, бы лучше. Давай выбираться. Взял такой, зашел обратно к нему туда, да? Да, сейчас. Будет тебе открыто. Почему? Почему я не прочитала? Надо было РТ, наверное, держать. Да. Рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии и своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим, по мнению офицера, произведшего арест. Ссора могла перерасти в публичную драку, и потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль. Это то, почему его вот этот дружок находился за решеткой какое-то время. Ну, как бы ничего серьезного. Ничего страшного. Ой! Это никого не смутило? Помню, расстроилась, когда посмотрела «Один дома 4». А я даже его не смотрела. Есть такие фильмы, которые лучше даже не смотреть.
даже не знаю, читает ли это все. Наверное, не будем. Привет, Захар! Привет, как дела? Как денек твой прошел? Смотри, я в новых наушниках, у меня ничего не отваливается, ничего не отвисает. Вообще, ничего не перемотано скотчем. Нажмите А, чтобы попасть в такт пульсу. Ой. Чё, как? Вау! Вау! Классный геймплей. Вот это было классно! Недавно последних людей в черном смотрел, проблевался. Так, я передумала их смотреть. Что, прям совсем так плохо все? Главное, чтобы ничего не отвисало. Как в этом? То хвост отваливается, то отвисает, да? Как в мультике было. Кто это? Вот сейчас была офигенная геймплейная фишка. Ура, ура! Мы нажимали на кнопочку в такт. Что это было? Там... Что было? Я даже не смотрела в экран в этот момент. Ребят, что было? Чё ты врёшь, Кептыш? Надо было вовремя нажимать. Вот, вот... Вот врут и врут, и врут, и врут. Именно хвост. Последние люди в черном. Окей. Субъективный взгляд тоже. А, я вам так скажу. Последнее время я смотрю фильмы с рейтингом 5 максимум. И вот они вот как раз таки нормальные. Какие-нибудь триллеры. Или просто пересматривать какие-нибудь старые любимые фильмы свои. Я вообще сейчас смотрю фильмы на английском, в оригинале, чтобы инглиш подтягивать. Ой! На! У меня-то норм всё, непривычно отдыхать по 3 дня подряд. Я вообще офиген! Что-то у нас не выходит. Не говори. Какое-то безумие. Фильмы с рейтингом 18+. У меня, говорю, просто офигенный сегодня день. Эти наушники, то вообще просто такой подарок. Ох, неудобно тут управлять вообще. Ну вот зачем так делать? Вот не думайте, что я дурак. И тыкаюсь в стены. Очень неудобно ходить. Господи, вялый какой-то. Что-то вялый кому-то такой. Повезло. А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой. Он был здоров, как бык. Это нормальная реакция человека на труп своего какого-то товарища? О, да ладно, Бакли, вы вообще понимаете, как можно так реагировать? Тут чувака скрючило, перекосоежило, ты ничего удивительного, ладно, пойду дальше. А ты не хочешь забиться в угол, поплакать, там проблеваться? Извините, конечно, но я бы, наверное, так поступила. Спасибо. Спасибо, что назвали меня не дурак. Закуролесил. Ой, Риттер, боже мой.
Спасибо большое, Кэджин! Привет! Спасибо большое за переподписочку! Переподписался раз на канал. Ну, уже что-то. Хотя бы раз. Неужели это Люси? А что, что? Я на себя не похожа. У меня просто сегодня офигенное настроение. Так, кто там крадется? А. Господи, что с управлением в этой игре? Я вообще сегодня ни докуда не дойду с такими успехами. Че по сюжету? Мы игра. Да блин, ну почему? Почему я не могу пройти дальше? Это просто невозможно, ребят. Он не хочет. Помню, хороший был, надеюсь, с ним все в порядке. Пойду я дальше, пожалуй, даже не трону его, пусть дальше отдыхает. Да, вот, вот действительно вот так вот он подумал. Привет, Каджин, привет, как поживаешь? В смысле, раз на канал? Ну, было написано раз. А, вон, вижу, да, шестой раз. Да я-то знаю, что он не раз переподписал. Так вот, что по сюжету вы меня спросили? Чуваки плывут... Комар! Чуваки плывут на корабле. Время... Военное время. Военное время. Что такое? Я не могу. Что тут делать-то? А, вот. С кого я играю-то? А, все. Я думала, что я за того играю. Я за этого играю. Все, понятно. Вот, едут на корабле моряки вроде как. И, короче, видите, у них на корабле они начали находить трупов. Все. Убивай комара. Эту игру все за один стрим проходят? Ну подожди ты. Подожди ты. Я с управлением разобраться не могу. А, за лестницу? Может, надо труп спрятать? Захар, ну ты бы, наверное, так бы, да, поступил? Так, надо подергать было. Все, подергали уже, иди ты дальше. Да ты как? Ты поворачивайся куда-нибудь. Слушай, хочу спросить, ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Ну я да, вонь, трупный яд в воздухе витает, ничего ты странного. Ты похож на ходячую развалину, Чай. На себя посмотри. Отлично. Стоим друг друга. Ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Они три трупа нашли. Ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Господи, кто сценарист этой игры? Пожалуйста, никогда больше не делай игры. Да почему, Захар? Каджин, я сегодня купила себе обновки, короче, наушники, клавиатуру, мышку и коврик гигантский на весь стол. Коврик для всего, ну, для мышки. Я такая счастливая, у меня такая счастливая жизнь. Мне так мало для счастья надо вообще. Честно. Эй, не надо так делать. Видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? Ну да, живые пацаны их больше удивляют, чем мертвые. Что-то странное творится на этом корабле. Вы не находите? Я пока не могу понять, что, но что-то странное. Чарли, иди сюда. Да, коврик для стола, под мышку. Are you okay? Почему вы такие странные? Чуваки, вставайте. Вау, я буду стрелять из автомата сейчас. Да! Да, я знала! Я купил мышку за 140 рублей, у меня радости больше, чем у тебя. Ну да, я бы тоже хотела бы за столько купить мышку. Ну а нахрена еще эти деньги нужны, да? Деньги надо обменивать на вещи. Че их... Зачем еще нужны деньги?
Может, им не в новинку. Вообще сейчас время войны. Я не поняла, только Первый мировой или Второй мировой. Скорее всего, Второй. Какие-то они не эмоциональные. Эй, я вот о том же. Сюда. Тыкни кого-нибудь пальцем. И не могу тыкнуть, потому что тут заставка. Только не это. Черт, мне кажется, эта игра хуже, чем Until Dawn. А на что еще бедят? На еду? На игры еще. Опа! Йо. Да ты дебил, стреляй в него, а не мимо! О, ему стало страшно. Наконец-то. О, офигеть, у него сердечный приступ. Да ё-моё, я что, так плохо играю? У меня первая смерть. У меня первая смерть. Я, кажется, промахнулась. Сос, помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? А, ну давай же! Давай же, черт возьми! Да вообще странно какая-то игра, честно говоря. Привет, Алексей. Это что за хрень? Ну пока вообще не страшно, конечно. Главный персонаж лох много. Да, Захару страшно. О, он прям в лодку выпрыгнул. Или... А кем играть, если все сдохли? Это потому, что ты мало в шутаны играл. Кажется, я прошла. Не знаю, может, нам уже концовку показали, что все умер. Блин, музыка похожа на Until Dawn, не? Играй за лодку. Неплохо. Может, это просто завязка, а сюжет типа как в фильме «Корабль-призрак»? А, ну я слышала, да, про корабль. Про то, что здесь очень все похоже на «Корабль-призрак». О, нет. Вы это видите эту девочку, как девочка из «Звонка»? Я надеюсь, ее не будет в игре. Я больше всего боюсь этих японских девочек. У меня фобия, я боюсь японских девочек. Вот таких. Которые лезут из экрана. Это начало. Какая девочка. Я хотела сходить на Оно 2, но меня немножко отговорили. Буду ждать, пока в качестве выйдет. Не было там никакой девочки. Это вы? Это я. Приветствую. Привет. В моем хранилище. Пойдем-ка.
Да, меня немножко научили играть. Теперь начнется настоящая игра. Я схожу 10 числа на оно и скажу, я идти или нет. Хранитель историй. Хорошо, Каджи, я тебе верю. Жадности и красоте, жизни и смерти. Таких я передумала. Я передумала, Захар. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Ага. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут безвременно. Это как? Как это безвременно? Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Да, понятное дело, что... Но не стоит бояться смерти. Игра записывается сразу. Неизбежно. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Где его брови? Но никому не хочется платить раньше срока. Правда? Как и в жизни, у действий будут последствия. Психолог из Антилдаун. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Был настоящий актер. Я буду вот этого наблюдать я не знаю, за вашими успехами. Знаю. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам. Все как в Антилдаун. Лучшее решение. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Самая плохая тема — это вот эти спойлеры. Но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши сейчас выдающиеся объясню. Достижения или ошибки, которые вы совершите. В Антилдаун тоже были тотемы, которые указывали возможный исход событий. Такой некий спойлер, который может произойти, а может не произойти. Я еще когда играла в Until Dawn, мне не понравилась эта фишка. Не надо спойлерить свою же игру своим же игрокам. Не надо, это тупо вообще. Зачем? Кто это придумал? Это самая тупая фишка в игре. И здесь сделали то же самое, только теперь не тотем, а картина. Я расстроилась. Дед нажрался про судьбу залива. Бред, Дюк оф Милан, французская Полинезия, сегодня. Назови нам топ-3 любимых фильмов. В Константине дьявола игра? Этот Херсбугра. Брат Бреда. Да я не успеваю читать, можно как-то? Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, привет, Клад. Я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Кто? Не нырял. Ты мог бы показать, как это кто делается? Кто стримит? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? В общем, да. Ой, промолчать — обида, смущение. Я хотел, но не вышло. Времени не было, я все лето работал. Оправдываемся. Ну, пока ничего вроде нравится. Ты знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Хотя что? Не без Джулия недостатков. Джулия и Конрад, они... Ну, это, как сказать, капец. Да, богатые. Это типа Until Dawn, только с другим сезоном. Welcome! Come back anytime! Спасибо за подписку. Плохо схожусь с людьми, меня пригласили. Что? Взял меня? Серьезно? Меня же пригласили. Вот, понятия не имею. Джулия пригласила тебя? Да ну. Джулия? Ага, она хотела тебя видеть. А я хотел показать ей, как ты крут. А ты не крут. Нет, не будь помню. Будь крутым. Такого. Так, амиго, встречай кавалерию. Круто. В этой игре, извини, по-моему, нету сложности. Но, по крайней мере, я ничего не выбирала. Учеба в меди — сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Всего 2 недели не виделись с Джулией. 2 недели? Это давно? Спасибо за подписочку. Да. Кто бы сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Что такое? А, РБ.
А, блин, а я ЛБ нажимаю, ну вот почему я путаю лево и право постоянно. Мне лично понравилось, не могу сказать, что кино, оно два плохое, скорее оно другое, более жестче, что ли. Так, оно два более жестче? Но мне сказали, что оно два, он затянутый и скучный. И я когда увидела, что, короче, фильм идет 2 часа 50 минут, да, 2 часа 50 минут, по-моему, только, короче, почти 3 часа, я поняла, что я не высижу, наверное, в кинотеатре, лучше я дождусь, пока этот фильм выйдет в нормальном качестве. Кот, ты точно не по адресу пришел, я с такими людьми не общаюсь. Так, смотрите. Конрад, Флис, Джулия, Алекс. Это его какие-то друзья. Нам пока, естественно, про них ни хрена не известно. Вот про Джулию только что они разговаривали. Чья-то из них девушка. Наверное, его брата. Фиг знает. Блин, вот мне бесит вот эти вот имена запоминать сразу же. Так, и... Сейчас посмотрим. Картин нет. Моральные принципы нет. У нас нет моральных принципов. Самые рейтинговые кинчики с Кинопоиска? Он назвал тебе свои кинчики? Я упустила это. Мне тоже было интересно, какие у него любимые кинчики. Ты что-то нанюхался? Кэрри, Куджа и Худеющий, если из стареньких. А, Худеющий, обалденный фильм. Эй. Кэрри и Куджа не знаю такие. Куджа знаю, но спросить? Я не смотрела. Что такое? Да просто... Я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но... Ну... Это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Доверься чутью. Слушай, сердце. Любишь? Вперед. Так себе пока вот эти варианты ответ. Привет! О, какая красавчик. Сестра Конрада, девушка Алекса. Конрад, брат Джули. Опять этот актер! Да почему он лезет во все игры? Господи! Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как? Конрад? Видали? Вы видали? Сестренка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. Нормальная улыбка. Это, кстати, такая... братишка. Она просто поскалилась немножко. Я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Я, наверное, за первое прохождение не запомню, кто из них кто. Давай попиву, что ли? Каждую секунду. Прошло слишком... Да, да, из Quantum Break главный герой вот этот. О, который улыбится. У меня морская болезнь. Знаешь, если честно, я немного побаиваюсь морской болезни. Брэд. Брэд. Да ладно тебе, Захар, ты же с самого начала только. От морской болезни лекарство одно, и оно перед тобой. Ладно, одну. Не больше. Ксардос. А тебе надо, чтобы такие отношения были? Ты, Брэд, птица высокого помета. Полета. Не занудствуй. Раньше уже погружался? Погружался? Так откуда я знаю, погружался он или нет? Давайте скажем не раз. Вообще нет. Сегодня я впервые нырнул. Первый раз? Круто! Эй, это будет не больно. Обещаю. Я буду нежен. И где капитан? Постарел что-то этот актер, заметили? Флис. Капитан Duke of Milan, смелость. Ой, какие шорты маленькие. Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Все на борту и готовы отправляться в море? Блин, я очень надеюсь, что тут будет интересный сюжет. Где жопы? Ну такая мини-жопка. Лексус, привет! Зато у него лицо красивое. Как
какая она крутая! Вы заметили? Просто я... В семье не без урод. Короче, нам предстоит какое-то погружение, я так поняла. Вот этот чувак первый раз будет погружаться. Ты, может, хочешь прилечь? Да. На семерочку? Пожалуй, надо бы. Да уж. Посмотрим, что там есть. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рек, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Такая... Да. Не... Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Такая неэмоциональная озвучка. Брэд все рассчитал. Если он говорит, что рек там, он там. Нет, ну решать тебе. Губаш... Но знай, вечно солнце Губашол? Чё? Помогу Конраду и Джулии с камерой. Можно выбрать, с кем погрузиться. Думаю, да. Тут все можно выбрать, Бадьят. Выбирай, что хочешь. Вы только полюбуйтесь. Я тоже поклонник Стивена Кинга, кстати. Я в нем и не сомневался. Он молодец. Здорово. И Лавкрафта. Плиз, мы нашли самолет. Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы. Лексус, хорошо, будем иметь в виду. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Спасибо. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? А что, нырять нельзя? То есть, ты предлагаешь не погружаться? Полагается. Мы чё, в детском саду? Ку-ку! Да если мы просто посмотрим... Привет! Кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. Лексус, что-то настолько страшный фильм. Только не спойлери, я еще не смотрел. Представляете? Так, девчонка будет первой. Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь. По Кингу столько всего сняли, Кептуч. Что я бы не была бы так категоричной, как ты. О, наконец-то началась игра, хоть какая-то. А это похоже на вход. Ух ты, дайте-ка мне посмотри. Опа. О. Ой. Буёк, или как они называются? Ну, покажите мне что-нибудь страшное. Может быть, если долго смотреть, что-то произойдет? Ну, неужели вообще ничего не произойдет? Это же хоррор, напугайте меня. Пусть какой-нибудь Пеннивайз вылезет, что ли. Куда они, очкастого дели? Не знаю, выкинули, может. Спойлеристов... На пике садить. Немного затянуто, может, но не знаю, кто и как, но я лично не скучала, особенно если в первый раз смотришь. Моя личная оценка примерно от 7 до 8 баллов из 10. Не знаю, я бы Пеннивайза бы нарисовала сейчас. В небе, знаете, как? В старом фильме «Оно» такой прикол был. Пеннивайз в небе. Привет. Такой. Привет, малыш. Привет, малыш. Я малыш. Я малыш. Какой я малыш. Так где тут кнопочка А? Снаряжение почти готово. Спасибо за снаряжение. Помочь? Может, помочь? Я с ребризером еще не нырял. Думаю, все в порядке. С ребризером? Но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения. Должна сказать, это я что пока не такое? В восторге от нашего капитана. Пока не будем гнать. Понимаю волну. Тебя. Ну давай не гнать волну. Что? Брось. Не стоит сейчас с ней ссориться.
Если еще хоть раз она заговорит о том, что нам не следует нырять, все, ей конец. Как хочешь, только... А что, можно с пивасом в кинотеатре сидеть? Ладно. Что-то я не в курсе. Ребризерами, а потом мы вместе завершим подготовку. Ребризеры. Окей. Скажи, когда будешь готова. Ребризеров побольше, пожалуйста. Побольше ребризеров. Так. Это акваланг такой? А, спасибо. Первое прохождение, да. Первое. Имя и фамилия, номер. Так. Фелисите Дюбуа. 3083 год. Так, Шатенко. Инструктор, короче. Так, вроде я более-менее разобралась в управлении, но это не точно. Прикольно, конечно, играть в игру вот с таким что графоном, как? Но... Как дела? Так ватно управляется. Извини, немного. Это... Привет, мой сладенький. Пиво меня подкосило. Привет, Егор. Эй, все это часть Эй, приключения. Не парь, все нормально. Извини, что путаюсь под ногами. Да ладно тебе. Эту поездку не так просто испортить. Отдохни пока. Вылезай, как полегчает. Не, ну, конечно, бухой парень, который будет первый раз в жизни куда-то там нырять. Похоже, Джулия взяла с собой все. Че это? Если б не цена, запах и запах. Она счастлива. Ты можешь думать Тёрнел? А, ждешь. Ты можешь. Прочитала и сижу такая, чё я могу? Думать Тёрнел? Нет, я вообще не жду никакие шутеры, никогда в своей жизни не жду. На мой взгляд, они могут вообще не выходить, и ничего страшного не случится. Ребята, баллоны уже Потому что готовы. Я не очень люблю шутеры. Но, скорее всего, я поиграю в Doom Eternal, потому что... Что это вообще такое? Мои зрители, скорее всего, эту игру ждут. Видение, ребят. Ну, в этом видении вообще ничего не понятно. Когда движуха... Да я что, знаю, что... Вот. Я уже и в третий Doom играла, и в последний Doom играла. Сталкер 2 может не выходить. Ну, знаешь... Пользоваться умеешь? Я не думаю, что... Нет, не умею. Не надо его трогать, ладно? Что я завяжу с играми, там, не знаю, буду плакать в подушку и так далее, если не выйдет никогда в жизни Сталкер 2. Сейчас как возьму, да добавлю Doom в список хотелок. Нет! Квазар, привет. Чувствуешь себя боженькой? Ты знаешь, мне такого вопроса еще никогда в жизни не задавали. Нет, конечно. В чем вообще? Почему я должна себя У так чувствовать? Правила не просто так придумывают. Чувствую Но себя собой. Об этом помнить. Извини, что так вышло. Буду извиняться. Да. Ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Нет, Понимаю. Я не люблю Borderlands. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Ну, Сколько может быть, игра просто медленно раскачивается. Такого рода? Погружался пару... Но нырял к паре реков. Не эксперт. Но опыт имеется. Если это твой первый незарегистрированный рек, имей в виду, что нужно следовать Квазар, у протоколу. Меня есть на канале топ-10 любимых игр на Денди. Можешь посмотреть. Тревожить ее незаконно. Я буду рад твоему просмотру. Я все понял, Ладно. Сколько. Я все понял. Сколько? Что сколько?
Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты закрыла на это глаза? Ты... Что ты закрыла рот свой? Да при чем тут деньги? Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Ну, я сразу поняла, что эта девушка такая... неприятная. Она так резко поехала. Ну, не знаю, не люблю таких. Как сказать? Слишком волевая, непростая. Я люблю людей попроще. А это что? Планшет? iPad? Что это такое? А, да, реально. Реально с планшеткой. А, у меня там есть плейлист с видосиками. И, в общем, среди них, из недавних, скажем так, есть топ-10 игр на Денди, вот. Не бухал лет 7-8? Слушай, да я сама тоже вообще не пью. А, тебе 18 лет. Да, то есть... Ой-ой-ой, это мы уже брали. Это не надо, нет. Нет, положи на место. Заколебал. Можно как-то с кем-то поговорить, чтобы мы продвинулись так, дальше? О, общем, все, погнали. Это ребриз. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И я ничего не поняла. И он снижает декомпрессии при подъеме. Классная штука. Итак, кислород проверила. Ой, видос про Дэнди не в списке, да ладно. А ты можешь, Захар, тебе не сложно ссылочку дать в чат, пожалуйста? Буду очень благодарен. Спасибо за помощь. О, эй, ребят! Что такое? Чего ты так орешь? Чуть не забыл. На картинке из камеры я видел большую дыру в хвосте самолета. Вы поняли? Это проход внутрь. О, ты молодец. Спасибо. Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флис. Веди себя хорошо. Так. Что надо выбрать, что брать. А ты, я не знаю, что это. Ты с камерой? Я за главного. Давай сначала сфоткаемся. Ой, спасибо, Захар. Все, детишки. Нет, из Санкт-Петербурга. Только не забывайте о правилах, пожалуйста. Говорить взять. Палка у меня. Что-то я не так сделала. Да, я это вижу. Ха-ха. Пользовалась такой? Против акулы? Нет. Это палка против акулы? Да-да-да, палка против акулы я взяла. Ну, может быть, это спасет мне жизнь, кстати говоря. Буду я под водой управлять, интересно. Ой, у меня сейчас фобия начнется. Я очень сильно боюсь глубокой воды. Эй, все норм? Более-менее. DuckTales 2, а у меня на картридже есть. Мы будем грабить самолет? Эй, сувенир. Это версия круто. Стиплера. Вещица, никто не пострадает. А что это такое версия Стиплера? Я не скажу. Ну, вряд ли Рэк проверяют каждый день. Ждем акул очень. И призраков. Ходоков ждем каких-нибудь. Ух ты. А он гораздо... чем я думала. Опа, они занырнули посмотреть на какой-то самолет затонувший. Или еще корабль. Нетронутый. Это же охренеть, какая находка. Да я смотрю, ты фанат ретро-игр, что ли? По чесноку сказать, у меня, конечно, была Дэнди, но я в основном смотрела, как играют. Как сама не играла. Со Старпомом? С кем? С каких пор ты Старпом? Молотком? Нет. Пылки Юнга? Во все старые игры я играю сейчас. Просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива.
Ладно. Черт, давай. Я не то выбрала. Она будет пьяная, блин, у меня уже который человек напивается. Как это ходоки тонут в воде? Красивый у тебя корабль. Где деньги взяла? Захочешь, Дэнди, в коллекцию придется за меня замуж выходить. Это долгая история. Все сложно, сразу и не объяснишь. Да и я парень непростой. Ой, неужели ее кто-то на разговор разводит? Я сходила в банк и подписала там кучу бумаг с большими цифрами. Лексус. Ты взяла кредит. А ты умнее, чем кажешься. Если захочешь. Сказать мне про мои волосы, это просто самое приятное, потому что они у меня очень проблемные. Я создала свое дело с нуля. Взяла кредит на яхту, и другой помощи мне не надо. Я сейчас очень долго добивалась, спасибо, чтобы они у меня вообще как-то оживились, начали блестеть. Мне пришлось много их постричь. А, знаешь что, я лучше позабочусь, и не красить, хотя я очень хочу покрасить в какой-нибудь яркий цвет, типа красного какого-нибудь, фиолетового, чем-нибудь такое. Но если я покрашусь, они опять станут сухими. Погода ясная. Надо приглядывать за облаками. Погода ясная, но смотрите, нам что-то угрожает. О-о-о. Это что? Становится довольно людно. Кто-то приближается. Ты вообще смотрел «Игру престолов»? Там мертворожденные не зря понтовали, что до них ходоки не дойдут. Я смотрела, да. Они разве под водой не ходили? Что я забыла? Да, хочу покрасить, но... Я не покрашу именно потому, что мне нужно, чтобы они подольше оставались у меня здоровыми. А, офига, у нее татушка на ноге, видели? Такая прям большая. Кстати, в режиссерской версии фильм будет идти 4 часа. Ну, это хорошо. Если фильм хорош, то пускай он будет очень длинный. Так, что тут у нас? Вообще, стоит ли мне тут шастать, пока эти там... Пока там ребятки нырнули. Какой-то ураган. Я их тут держу. Какой-то ураганчик будет у нас. Как ты тут? Мучаюсь из-за пива. Чувствую себя лузером. Позитив, привет. На будущее, полегче с выпивкой. Что за код? В открытом море пить опасно, так и до беды недалеко. Принято. Надеюсь, нашим голубкам нравится под водой. Я люблю очень распущенные волосы, но на работе обычно их убираю. Надеюсь, они все-таки знают, что делают. Чтобы не мешались. На глубине 20 метров это важно. Алекс любит подурачиться, но на дайвера он учился серьезно. А где еще они погружались? Я по их заказу решила, что они новички. У Алекса и Джулии много погружений. А я любитель. Но я готов. Пора на палубу. Увидимся. Ну, типа поболтали. Короче, эта девчонка наконец-то начала немножко общаться с другими ребятами. Она мне уже не кажется такой букой. Да, офисный планктон, это я. Ну что такое мы берем все время? Что это? Может быть, это надо держать подольше в руке? А-а-а! Короче, РТ держим и крутим. Еще раз. Сейчас попробуем первую штуку еще раз взять и покрутить. Я сегодня ночью такая голодная проснулась. Эй, Аркана, играла ты в Dark Souls? Come back anytime. Спасибо за подписку, Бугор, ну, спасибо. Я, конечно же, играла во все Dark Souls на стримах, и... А в Skyrim я не играла, я начинала его несколько раз, но так я не могу, он мне кажется какой-то скучный. Не могу я преодолеть вот эту скукоту. Вот. Какой у меня геймпад? Обычно на ПК у меня... Хорошо, Захар, возвращайся.
Я всегда на ПК играю геймпадом от Xbox One. Вот, но на данный момент у меня сломался этот геймпад, поэтому я играю геймпадом от PS4. Как же неудобно-то, а? Resident Evil 2 оригинал или ремейк? Ну, сейчас, конечно же, мне больше уже ремейк нравится. Он, кстати, отлично передает атмосферу старой части. Отлично передает. Я поправилась на 5 килограмм из-за того, что ел дошики и запивал это энергетикой. У меня сейчас живот заболит. Не хочу такое читать, мне стрёмно. Привет, Алексей. Так, Фелиса Дюбуа, это она. Уважаемая мисс Дюбуа. Настоящим уведомляем вас, что вы не выполняете обязательств по внесению регулярных платежей по вашему личному кредиту. Остаток кредита 24 тысячи долларов, из них 3480. Черт, не дочитал. Эй, Лиз, смотри, там лодка. Короче, у нее долг какой-то. Чем нужно? Это не береговая охрана. Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Да, я играла во все Гарри Поттеры, во все Резиденты, во все Сайлент Хиллы. Нам ничего делать не надо. Я капитан, и я разберусь без тебя. Я игру низко. Все ясно. Я много во что играла. Вы че? Охренели? Парни, лучше сделайте крюк, у нас внизу дайверы. Не поняла, что они сейчас врезались в нас. Вы нам лодку повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Ой. Пусть будет 20. Ой, посмотрите на его глаз. Включите контроллер заново. Ай, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30? Фига он баблосами раскидывается. Не поторгуешься, лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Привет, какую получила концовку в Blair Witch? Камчатка, боюсь спойлерить. Я же не знаю, вдруг кто-то не играл. Я скажу только так. Концовка плохая. Но с собакой все хорошо. Все, больше ничего не скажу. Черт, сейчас какая-то хрень происходит. Мне кажется, дайверы не смогут всплыть. Или всплывут, а наверху нет лодки. На одном из кадров виден проход. Это я сегодня так в магазине. Дайте мне эти наушники, эту мышку, эту клаву. Все самое дорогое. Такое щу-щу-щу. Так прикольно, у меня сейчас светится клавиатурка. На первое оно я ходил в кино раза два. Ой. Я в кино вообще не хожу почти никогда. Тут опасно. Меня бесит кино. Я смотрю фильмы дома. А пропустишь дома? О, я управляю. Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. Мы это сделали. Мечта сбылась. Welcome. Come back anytime. Спасибо, спасибо, что подписался. Ура. Нет, конечно, обалденно в такое место нырнуть. Я бы тоже очень бы хотела, но если бы я знала, что это безопасно. Потому что что может быть ужаснее, застрять под водой в какой-нибудь вот Джулия, такой вот... стой! Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Вот в каком-нибудь там вот в таком тесно. Вот туннеле. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Расслабься. Может, это немного опасно? Может, это и правда опасно. Да, не полезу я, короче. Черт. Я туда полезу. Блин! Что это значит?
Я не хотел, я просто нажала. Привет, Макс. Да, я нажала А, потому что ее можно было нажать, а не потому, что я хотела полезть. Ну все, у меня первая девушка сейчас умрет. Жопа пролезла. А, ну тогда все пролезет. Ой. Фак! Секира прошел? О, поздравляю. Как бы я хотела стереть себе память и пройти ее еще раз. Нет! О, мы успели. Кракен, Виктор, привет. Фига, она, короче, задержала дыхание, залезла туда. Фух, я аж сама, честно говоря, сейчас если не дышала. Если ты решишь ошибку, это конец. У нас всего один шанс. Долго не дышу. Первый раз, да. Расслабься, видишь, я жива. Но проблему. Область поиска 1 чисто, 2 чисто, 3 чисто. Написано самолет спасательный. Служба воздушной... С американской базы. Угу. Документ. Документ на этот самолет. А мужики как определяют? О, в дырочке что-то есть. Пуля? Yes! Я нашла секрет! Брэд обалдеет, когда это увидит. Короче, помните, да, что у нас в начале игры происходило? Это было много-много лет назад до этого. Посмотри. Бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Одной шлюпки не хватает. Кто-то уплыл. Посмотрим, что еще тут осталось. С каких пор можно брать бумагу под водой? Ну, может, это какая-то особенная бумага. Проспиртованная. Да ладно, мы трупы нашли. Он что-то держит. Вау. Я тоже хочу себе такой медальон. Офигеть, это точно надо забрать с собой. Ого. Она не будет забирать? Мне кажется, они знали, что им конец. Странно. Он что-то держит. Почему она не будет забирать? Может, у них принцип ничего не забирать? А, ты слышал? Давай проверим. А они вдвоем только нырнули, да? Так, двое нырнули. Сколько вообще всего человек? Двое нырнули, двое на лодке, еще один на лодке, которому плохо. Всего пятеро, правильно? Или трое нырнули все-таки? О, нифига себе, он как будто двигается. Обалдеть, у него рука болтается. Я бы сейчас заорала бы, но... У меня была какая-то странная реакция, наоборот, не... Звука никакого не было. Пилот. Сам бываю в кинотеатрах раз в год, но бывает. Наверное. И не бываю. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. Во-во, не, у меня не 4К телек. Ужик! Ой! Да вы чё? Надо отсюда выбираться, срочно! О. Акулы! Кто хотел акул? Темноперая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Подождите, я не поняла, кто-то зацепил крюком только что. Ладно. Думал, это подходящий момент. Самолет? Но не был в этом до конца уверен. Что такое? Откладывать не хочу. Сейчас будет предложение.
Под водой так и не поймешь, но я на коленях. Ага. Это живи. Просто супер! Это просто супер! Прикалываешься? Что? Типа тут скрытая камера под водой. Привет! Выходите, Александр! Открыли! Джулия, я серьезно. Конечно, да! Прямо сказка какая-то. Да, конечно, да, как Каким можно концом? Не сказать, да. Да, да, конечно, я за тебя выйду. Он вытащил кольцо из труса. Да какая разница, откуда он его вытащил? Как круто. Ну что, прекрасный принц, может, настала пора выбираться из этой жуткой ловушки? Это очень круто. Лиз, говорит Джулия, мы поднимаемся. Он бы еще в космосе бы сделал ей предложение, да? Эй, куда там другая лодка? Тихо, не поднимайтесь. Не поднимайтесь. Стой, Джулия. Острока, мне нравится эта игра. Не надо писать, что она скучна. Эй, ой-ой-ой. Что за хрень, нам надо подниматься. Стой, плановая декомпрессия. Не поднимайтесь. Там мой брат. Прости, прости, там же мой брат. Джулия, поженила, у меня такого не было. Тут ждать-то несколько и тут секунд. Их съела акула. Он не дает ей подняться. Нет, я поднимаюсь. Ну там ее брат, ребятки. Сказала бы мне, надо подумать. Эй, что у вас там творится? Джей-Джей, все нормально. Все нормально. Они барбекю делали. О, пустяк. Твой младший братец просто решил взорвать мой гриль. Конрад, ты просто неисправим. Охренеть, все хорошо. А за что вы платите океану? Сюда приплывали рыбаки, они повредили лодку. Потому что зацепили наш трос. А, теперь понятно. Ага. И тогда дипломат Конрад решил продемонстрировать, что он лучше всё выбросит хорошо. Деньги в воду, ой, чем простите, отдаст им. Микрофончик задел. Вот ты подонок. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите. Чего-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. И еще мы там нашли друг всего. Друга. Господи, хватит! Вы можете все на секунду заткнуться? Охренеть! Ну, братан, поздравляю! Это круто! Сейчас будем праздновать. Боже мой, предложение под водой, это просто, я сейчас заплачу. Почему это так мило? Это невозможно мило. Как вот некоторые просто так вот как-то креативно к этому подходят. Знакомитесь с нашими искателями приключений. Теперь алименты платят. Алекс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Как бы их тут не сожрали. Не уходи, Фокси. Любовь всей жизни Алекса. А он ее любовь. Любовь, любовь. А Конрад? Храбрый парень, не так ли? Или, может быть, самоуверенный? А вот и капитан Флейс. Сильная. Решительная, упрямая. Ну, я, по крайней мере, узнала персонажа, не наконец-то. Не действуют чары Конрада. По крайней мере, пока. Валейкон, привет. Будьте уверены, вы помогли им принять решение, которое их еще порадует. И те, о которых они будут жалеть. Хватит меня пугать. Я нормальное решение принимаю. И вот, мы, значит, только что чуть тут все не погибли. Ну, не то чтобы прям погибли. А этот болван? Болван? Этот болван достает не знаю откуда кольцо. Кстати, где хоть ты? Приветик. Ну, не придам. Психолог. Можете себе представить, в каком я была отпала? Психолог, вот скажи, нормально это делать предложение на дне океана? Это просто офигенно, согласись. Ну, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Кекс. Ну и выпил все, что там было в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался. У меня сегодня было два кекса.
Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. Или ты не про кексы? А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Ну, Острук, ну ладно. Перестань, от твоих комментов уже скучно. Смит, сама игра-то нормальная. По-честному, я как-то не думала, но звучит и в самом деле неплохо. Значит, все запланируем и обсудим. Свадьбу. Вот теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет... Вы не видите, да, какие... Я так боялся. Два кекса. Ну, конечно, я бы согласилась, балда. Вы не видите, какие я решения принимаю, да, за мной опять не видно? Да. И я прямо увидел, как перед нами развернулось будущее. Я люблю тебя, Алекс. Ну, конечно, у меня все хорошо должно быть в игре. Куда все делись? Кстати, в Until Dawn от тех же разрабов психолог офигенный был. Я их найду. Ага. Эй, а где мой брат? Нет, кекс, два лимонных кекса. Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. В KFC. Ну, и где же... Алекс обычно попозже приходит. Ну, волшебные врата. Чё? Волшебные врата? Официально хочу принести извинения за брата, который ведет себя... Где же волшебные врата? О чем он? Пацанам управу найду. Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Он же всем свое пиво раздал. Раздатчик пива, блин. Короче, их всего пятеро, я их всех уже запомнила. Значит, сестра так, и брат. Раз мы все собрались. Сестра выходит замуж, брат клеит. Планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? Ага, принесу. Брат клеит девушку, которая управляет лодкой, и еще один, которого укачивает. Все, я их запомнила. Имена только не могу запомнить. Как ощущение после помолвки? Гора с плеч, честно. Я столько об этом думал. О, смотрите. Чтобы запомнилось. И запомнилось будет. Можно что-то вообще не такое жуткое увидеть? Ты так быстро решила с тебя. Фоткать трупа? Я ну, состав... такое себе, не знаю. Что бы я делал без такого брата? Это в каком смысле? Что-то надпись там какая-то была. Давайте еще раз профоткаем. Я про мединститут говорил. И что? Все равно хороший совет. Во, служба воздушно-спасательных... А, понятно. Завтра-то ныряем. По мне, это все как-то чересчур рискованно. Расслабься ты. Вряд ли напугаюсь. Я пойду найду Джулию. Ой. Блин, ну зря эту хрень выкачу. Мясо скоро будет. Нашла планшет? Извини, я отвлеклась. Ничего. Найдем его. Так я там на кнопочку нажала и все сохранилось, короче, все, мы все. Идем. Иди сюда. Просто красотка. Принимаешь это или не принимаешь? Полегче. Умно. Тебе. Нас там ждут. Вот он. А не работает там все, господи, я уж думала все. Красивый не топик, тоже себе такой хочу, такой сеточка, такая тын-тын-тын-тын. Эй, полегче, моряк. Не поняла? Осторожнее, если декомпрессия прошла слишком прости, быстро, Лексус. Не увлекайся пивом. Все хорошо, нормально. Острок. Будь у меня кессонка, она бы уже проявилась. Кессонка? Иногда кессонная болезнь проявляется не сразу, спустя это часы когда... или даже пару дней. Кессонка? Это когда ныряешь это глубоко. Если всплыть слишком быстро. А, да, давление. Кессонная болезнь. Задрот. В
крови застревают маленькие пузырьки азота. Короче, да, это жопа. Это серьезно. Это смерть. Дайверы умирают от кессонной болезни каждый год. Вот поэтому доктор Конрад и говорит, за это надо выпить. Либо ты в норме, либо тебе надо чем-то заглушить боль. Джулия, я тебе запрещаю сейчас пить спиртное. Да брось. Запрещаешь? Откажем. Он что, твой хозяин? Откажем, выпить-ка. Откажем. Я лучше пока воды попью. Не хочу рисковать. Внимание, зацените. Не, ну правильно. Маньчжурское золото. Реально. Реальные затонувшие сокровища. Брат должен за свою сестру переживать. Зачем он такому риску подвергает? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Волшебный брат так кексу приведет весь мир к ожирению. Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли? Нашли план полета. Похоже, это был спасательный самолет. Да, логично. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. И самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из фюзеляжа вытащила. Ха. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Чё? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы... Привет, Линкард. Нельзя было там ничего трогать. Ты права. Мы были неосторожны. Так мы особо не трогали. А! Ну как особо не трогали? Ладно. Может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. А. Да, мы же взяли оттуда пулю, и мы взяли оттуда записку. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Может, вернем все обратно? Ну, есть одна история, случилась прямо в этих краях. Страшилки! Излагай, будем вместе бояться. Страшилки начинаются. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только сейчас расскажет про прошлое. Придумай. Ну давай, напугай нас. Ладно, поехали. Поехали. История реальная. Случилась прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну, не верю. Откуда знаешь? Она была начертана на истлевших страницах древнего журнала, который я откопал в кармане самолетного кресла. Тот маяк стоял в атолле. Отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме. Отрада моряка. Ты не любишь АСМР, да? Привет, Николай. Берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она так. Вся в крови. Еле бредет по берегу. Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал. Завязка, завязка. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх. Постепенно маяка. Игра становится страшнее. Мужчина и женщина жестоко убитые топором. И тут топор. Ну, у кого в наше время есть топор? Ну, хорошо, тогда крюком для мяса. Обоих убили крюком и на нем подвесили. Стоп, ты орудие убийства сменил? А говорил все по правде? Но там же столько крови было. Пойди разбери крюк, топор. Ладно. Короче, это неправда! Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. Я не верю. И он там сидит. В шкафу. Муж, значит, предостережение всем будущим женам? Эй, не отмажешься. Ты попалась. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу. Открывает и... Так и есть. Внутри человек. И он выпустил себе кишки крюком для мяса. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит... Что это он сам. Глаза Чёрт. У него вылезают, и он кричит. На заднем... Ужас какой. Вот это поворот. Круто. На заднем фоне, главное, гроза такая.
Меня ты напугал. Здорово. Меня, кстати, он не напугал, потому что я знаю такие приколы. Ну ладно, повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Корабль-призрак смотрела. Это стандартный протокол морского надзорного органа, подраздел 1099. Ага. Где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про... Я, правда, плохо его помню, но что-то такой он прям атмосферный. Вот. А что, хороший сайт? Надо пересмотреть. Надо пересмотреть, наверное. Вот «Ведьму из Блэр» смотрела недавно как раз, потому что играла в игру «Ведьма из Блэр». Здесь надо пересмотреть «Корабль-призрак». Не хочешь уходить, Фоксичка, ура! Я проходила «Until Dawn» один раз. Привет, Вилли. Один раз. Я проходила «Детройт» один раз. Кто-то на нашем корабле. Beyond Two Souls один раз тоже. Потому что ты проходишь один раз, получаешь какую-то для себя концовку, законченный сюжет, и все. Если ты будешь перепроходить, это уже не то, понимаете? Я не успела. Боже. О боже, нас похищают. Ну ё-моё. Пираты. Фильм как игра какой? Корабль-призрак? Похож на этот, на эту игру, да? Тогда точно посмотрю. Все, я знаю, что я сегодня буду смотреть. Что еще в твоей жизни было один раз? Ё-моё, это эти вернулись! Нам надо было уплывать отсюда! Ну что за бред? Снять ленту. Ну и чё, вот теперь у них есть рты, зачем? Как им это поможет? Как им рты помогут? Им надо руки освободить. В фильме они везли золото. Захар, нас похищают. Джулия, ты как? Нормально. Отлично. Мы все умрем, но я нормально. Надо было бабе рот оставить закрытым. Да ладно, почему? Эй! Эй, пусти! Возможно, криминал. Ой, Ведьят, пожалуйста, не надо. Уже почти. О! А вот это она молодец. Можно пошутить про рот. Новости. Хорошая и плохая. Плохая? Да куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это... Плохая? Могут быть рыбаки, которых я взбесил. Молодец, Конрад. Отлично, красота. Да, да. Я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты... Так говори, давай, хватит шутить. Нифига не смешно. Что они знают? Не, нормальная игра, нормально. И думать не хочу. Надо выбираться. Интересно. Вот мы влипли. Да боже мой, девушка освободилась уже почти. Давай. Скажите ей. Лига, привет. Sorry. На, сука,
Я с тобой потом разберусь. Да что ж такое? Я не ту кнопку нажал. Я путаю геймпады. Никто не знает, что ты здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма кусок. Слышь, отвали. По-моему, я ужасно играю. Ребят, я чё, я всё испортила. Ну да, ты прям дамский угодник. Мы все умрём. Нет, не досмотрела. Викингов не досмотрела. Ой. О, нет. Ну же! Слышь, ты чего? Остынь. Эй! Я тебя убью! Он ему кусок уха отрезал! Привет! Потом с ним разберемся. Спасибочки, Дон Педро. Из-за меня чуть его реально не убит. Веди себя хорошо, малыш. Ладно. 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 О! Эти тут ножнички нашли. Ой. Джулия, они идут. Да сделайте вид, что руки у вас завязаны. Ну, ухо, ладно, ухо еще не жалко. Ухо, это не так страшно. Конрад! Блин. Нет, пустите! Алекс! Эй, руки убери! Сволочи! Ну вот, теперь видно, что у него руки освобождены. Гондон. Хлебар, закрой. Я офигею. Они не подсказывай. Флис не тронули. По озвучке этот Ниго похож на китайца из «Пиратов Карибского моря». О, Бодьот, что ты такое пишешь? Нет, не видел. А, можно молчать иногда? Надеюсь, он живой. Ой, да. Я всегда отвечаю. Ладно, буду молчать. Лекс. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Хлебал, закрой. Да. Идут. Чё так быстро? А что они их выводят-то? Нет, ну что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Что? Сколько у них денег? О родителях? Алекс, прости меня. Что? Что такое? Они кольцо забрали. Джулия, ничего, ничего. О, они забрали кольцо! В смысле, что так быстро? Да просто спросила, что так быстро. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Ну, быстрый, да. Быстрый попался. Ё-моё. Может быть, выбраться из лодки как-то? Чё он считает? А, он считает, сколько до грозы. Он считает, сколько до грозы. Привет, спорт. У них был катер, может его угнать? Спасибо, да. Ну я думаю, плохая будет концовка. Да, у них катер. У главаря есть пистолет.
Четыре вот. Кольца? Кто-то почему? Кто-то может пробраться на катер. Дать сос. Если отвлечете их, я залезу на катер. Чувак с пистолетом и не заметит, пока я не уплыву. 7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Мы дождемся удара грома. Вау, отлично. Прикольно. Я вылезу в окно. Прикольно придумал. А вы пока отвлеките их. Прикольно придумал. Смотри, оба во время грома. Будем бить его во время грома. Это вообще просто идея. Где-то я в каком-то фильме это уже видела, правда. 2, 3, 4, 5, 6. Эй, о чем ты думал? Что такое? Какого хрена-то? Да что такое? Я же вовремя нажал. Да я нормально нажала. На катер. Ребят, я нажала на счет 7. О, да я все делала через жопу. О, погнали. Иди-ка ты в жопу. Она отвлекает его. Тони, давай. Сбежать, схватить нож. Ой! Да блин! Я нож выбрала! Что я делаю? Мамочки! Сборище дилетантов. Что я делаю? Я справлюсь. Доверься мне. Я все делаю неправильно, но дайте мне переиграть. Привет, Мэн. Что ты делаешь, идиот? Тише! Куда уж хуже? Катер! Мы все сейчас умрем, у меня сейчас игра закончится. Простите, просто слишком много эмоций. Кошмар какой! Давай! Мы едем, едем! Давай, господи, только бы мне в башку сейчас не выстрелили, пожалуйста! Ой, что творится! А, заты! На этой посудине его не догнать! Я! Веди их вниз! Держи. Стреляй, если надо. Ребят, это очень страшно. Эмоции зашкаливают вообще. Садись. Вон там. Ты. Сюда. Сядь. Живо. Потому что я принимаю решение. Стойте, сволочи, это моя яхта. Заткнись, или я тебя врежу как следует. Принимаю такие необдуманные решения, короче. Со мной реально лучше не ходить, ты прав, Захар. Олсен! А. Сюда! А вот этого я не видел. Я вообще ничего еще из этого не видела. Я сейчас сама пройду, потом буду у других своих знакомых стримеров и летсплейщиков смотреть. Про это? Спасибо, тоска. Алексей. Собрал, молодец. Да как ты можешь собирать в такие моменты? Вот я. Но все равно молодец. А что я говорю-то? Вроде не материлась пока что. Июня. Мы на мушке, ребят, мы на мушке. Он о себе позаботится. Так, заткнулись. Нормально мне хоть наушники-то смотрятся? Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Эта игра мне начинает нравиться. Моменты с... Она с ними
Плавает в одних водах, да? О, вы из Франции? Она тут капитан, а ее не тронули. Музялка супер. Слила им про маньчжурское золото. Они в сговоре. Ушам не верю. Я только что потеряла все. А ты меня обвиняешь? Вы все заодно. Это ловушка, и ты нас подставила. Эй, мудила! Рот закрой! Он матерится так прикольно. Блин, не усидела я. Ладно. Тихо, все вы. Ты со мной. Черт. Это плохо, потому что она ему понравилась. Узнай, сколько продлится шторм. Но только давай без глупостей, а то сильно пожалеешь. Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Нет. Прием. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь. Обычно вас не пугает непогода. Давайте промолчим. Эй, я здоров. Кажется, ну, это все-таки намек, наверное. Нет! Он спас ее. Хорошо, когда люди помогают. Он спас. Правда? Йо! Надо срочно за... за штурвал кому-то вставать. А то так мы далеко не уплывем. Выбрасывай все, что сможешь. Стой! Ну да, ладно, сбрасывай все. Ребят, все так стремительно началось в этой игре. Было все очень спокойно, а теперь спасибо. Постоянно надо что-то нажимать. Он знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он. Самое время к самолету нырять. Нельзя его там оставлять. Он может утонуть. Ну, нам надо оборудование. Hello, hello. Брэд, бро, выходи. А, нормально, да? Спасибо, Фокси. Спасибо, спасибо большое. Ты меня успокоил. Я по внешнему виду тоже выбирала сегодня на ужин. Где очкастый? Да вот же он. Хорошо, давай, Захар. Брэд крепко спит. Вау! Корабль! Майсиами скетс? I'll show you. I will show you. My cats are sleeping. Пока никто не умер. Все могло сложиться совсем иначе. Да уж. Ребят, корабль-призрак, походу, вырулил. Кто сдох от удара?
Вам удалось кого-то спасти. Риск оказался оправданным. На этот раз. Но не подвергнет ли это опасности остальных? Неужели тут, нельзя спасти всех? Привет, Бакзеле! Мне своими ушами хорошо на улице ходить. Некоторым образом предупредить. У меня вас тоже о микросъемный. Том, что ой. Хотите? Предупредить? Что будет, то будет, отвечаю. Справитесь сами. Независимость. Дивно. Возможно, глупо. Скоро мы это выясним. Можно всех спасти? Теперь, я точно когда не напряжение смогу. Достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Контрол вот вообще мне дело. Не понравился. Одного стрима все мне хватило. Совсем не так, как кажется на первый взгляд. Все совсем не так, как кажется. Не следовало мне этого говорить. А, не съемный. А, понятно. Понятно, понятно. Ты ходишь с такими наушниками по улице? Да ты чё? Ля порт! Ой, спорт, как будто мы с того первый день знакомы, слушай. Ты сейчас спроси, где я живу, сколько мне лет и где я работаю. Мои любимые вопросы, чтобы все прямо сразу... Я тебя сочувствую. Надо было стеклышко наклеить. Хотя у меня у самой без стекла. Ну, этот мужик рассказывает нам про игру. Типа намекает все время на то, что наши решения приведут к тому, что все умрут. Пугает, короче. А, они спасаются, прикиньте, на этом корабле. Топ вопросов или топ ответов на эти вопросы? Черт побери! Господи! Ржавая посудина плыла, представляете? Какими-то машинами на борту. Какая же она гигантская. Погромче? Конечно. Давай так попробуем. Жор, привет. Где спишь? С кем спишь? Зачем спишь? Почему не спишь? Что-то я ничего не вижу. Насколько я поняла, это у нас первый эпизод только игры. Игра будет подаваться эпизодами. Не люблю, конечно, такую подачу. Хотя, с другой стороны, как сериал можем... ...ждать продолжения, да? Тред к воде. Так, может быть, это по мотивам? Надо прочитать где-нибудь про эту игру. Весь этот корабль — ловучая могила. Ого. Они сами-то знают, что это за корабль? Вот они нас сюда высадили. Как бы... Или просто они нас не хотят там оставлять. Шевелись. Все без ботинок, да. Ну, так они же спали. Радуюсь, что не все голые. Ничего, такая игрушка. Так не спойлери. Получше голоса сейчас?
Игра про ребят, которые... Просто фильм посмотри, сама проведи параллель. Я смотрела его давно, только очень. Представьте, кто живет на этом крае. Крыс и я. Значит, ребята решили понырять, то есть заняться дайвингом. Сняли для этого корабль. Вот эту вот девушку наняли, которая управляет этим кораблем. Я не подписывалась на этот ужас. И, в общем, на них напали, так сказать, пираты и взяли их в плен. То есть для того, чтобы попросить у их родителей выкупа. Ну, типа, подумали, что это богатенькие подростки, у которых богатые родители. Вот, и сейчас к их кораблю подплыл вот такой гигантский корабль. Вот такой сюжет. Что они теперь? Да, это от разработчиков Until Dawn. Во всем виноваты газы. Так а я что, могу идти куда хочу, что ли? Я не в плену уже. Что-то я нитку потеряла. А, нет, никуда хочу, я типа за ними иду. Они сами здесь как будто первый раз. Да, это хоррор, похоже на Until Dawn, да-да-да. О, черт! Ну, здесь пугалки, только скримеры пока что были. Хотя сама ситуация, конечно, тоже не очень приятная. Ну, такая приятная, но не очень. Бывают дни и получше. Welcome. Спасибо. Come back anytime. Марш в кают. Спасибо большое за подписоньку. Марш в кают. Так темно, вы видите вообще хоть что-то на экране? Тут совсем темно! Дай фонарик! Мерси, конфетки! Может, дать им что-нибудь? Да, дайте нам что-нибудь. Объясните спасибо. Мне, эти люди, которые их похитили, знают этот корабль ржавый или сами первый раз тут? Кто-нибудь, я ничего не поняла. Черт возьми, что это за место? Маньчжурское золото. Нужно действовать. Не знаю, что это за корабль, но пора бы подумать, как с него свалить. Капитан права. Вернемся на яхту. Все тут первый раз. А, все, спасибо. И больше не сунемся в море. Как вам такой план? Я видел, как бандит забрал что-то с яхтой. Крышку трамблера. Это важная деталь. Без нее Дюк оф Милан не поплывет. Надо ее вернуть. Пока они ищут маньчжурское золото, или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, они тут что-то хотят найти. Они думают, что здесь есть сокровища. Я хотел сказать... Они везде хотят урвать. Я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я... несколько поторопился с выводами. Да, он обвинил ее, что она... Welcome! Типа заодно с этим уродами. Спасибо, Ньюан. Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Они нашли у нее записку с корабля и поплыли. Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Поплыли куда? По какому-то маршруту? Привет, привет. Кстати, про скримеры залить, скримеры из ведьмы в виде яркого момента. Давай. Давай, прикольный был момент. Hello! Hello, hello, hello. Так, у нас с вами очередная картина. Нет. Собака. СС. Собака. СС. Ну и что это значит? Спасибо, спасибо, Захарушка. Что это за корабль? Корабль-призрак, очевидно же, ну. Вы что, не смотрели фильм «Корабль-призрак»? Малка? У него вообще губы закрываются.
Алекс, мне так страшно. Ну такие губы, разве они должны закрываться? Пройди, я хочу посмотреть. Что, что пройти? Я люблю Россию. О, круто. Я тоже, в принципе, люблю. Так, привет, куколка. Я так по тебе скучаю. Мне еще 3 месяца до отпуска, и я сразу же отправлюсь прямиком в твои объятия. 3 месяца. Я был с ребятами в увольнении на берегу, выпил там немного пива. Но ты не волнуйся, я думаю только о тебе, если ты понимаешь, о чем я. Как там работа? Надеюсь, твой босс тебя не донимает. Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться, но все равно жаль, что я так далеко и не могу тебя защитить. Как здорово. Сейчас малька покажу, если вы хотите. Этот парень. Опа. Миллер. Пока я стою в карауле. Он был сильно напуган. В трюмах только и делаю, что размышляю. Внизу темно и страшно. Другие парни видели, как вокруг кто-то бродит, но ты всегда в моем сердце и бережешь меня. Скоро я приеду, найду работу механиком, и тогда мы сможем пожениться и завести 2 детей. Мы будем счастливы вместе вечно. Очень тебя люблю. Целую, Миллер. Сейчас. Ребятки, я сейчас. Алло, Икала. Алло. Ты моя котичка. Ты моя малышка. Оу! Так, мы сейчас с тобой чуть хромакей не уронили. Одной рукой это сложно сделать. О, воткнула. Котя моя сладенькая. Ну что ты? Что ты, мой малыш? Ой. 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 Вот он. Да, он спал. Такой милый, да? Ты мой милый малыш. Он немножко сонный. Да. Как вам Алёня? Ну, колбаска ты моя. Ну что ж ты такой сонный, а? Сложно его показать. Ладно, иди куда-нибудь. Иди, только не нажимай на клаву, на новую мышку, не трогай ничего. Вот. Он уже как пума. Валерия! Он может меня укусить сейчас. Ладно, его, наверное, лучше выпустить. Пойдем, я тебя выпущу, котя моя. Уходи. А то получается один кот здесь, другой там, непорядок. А, поехали дальше. Это был Малёня, кто не в курсе. I love Russia. I love all world. Это очень странно. Округлости номер 2. Даже думать не хочу, что эти парни с нами сделают. Спасибо, Мальку, что я могу сказать. Плохо видно. Где у меня фонарик, в конце концов? Надо, наверное, его взять, а то что-то... Фонарик дали, а я без него хожу. Так, газетка. Интересно, почему все бросили корабль?
Жестокое убийство 1947 года. Археологи пропали в Ираке. 24 британских археолога пропали без вести в Ираке, в горах Загрос. Экспедиция Ходжсона прибыла в королевство в сентябре прошлого года для поисков. Сейчас финал US Open будет. А, да ладно, во сколько начинается? Я тоже хочу посмотреть. Эй, я нашла неотправленное письмо. И что? Были слухи о фигурах в грузовом трюме. Я тоже хочу посмотреть. Фигура? А можно поконкретнее? Слушай, я не знаю, что он имел в виду. Я только знаю, что от письма разило жутью, будто здесь случилось что-то ужасное. Мне это не нравится. А, женский? Что-то не нравится мне это место. Абсолютно. Подожди, а сегодня же кто-то будет знать играть... Знать бы, какой у рыбаков план. Драться, бороться. Из мужиков. А, завтра мужской? На Дюке я слышала, как они говорили про какое-то маньчжурское золото. Вряд ли они вообще это планировали, пока не узнали про золото. Надо за ними следить. Мы будем в жопе, если они не найдут того, что ищут. Ну, что делаем? Блин, жалко, что динамичная часть игры уже закончилась. Корабль древний, как мамонт, но, может, радио еще работает? Только где его искать? Сейчас Хабиб. На мостике. А, точно. Верхняя палуба. Хабиб же. Ладно, как будет подходящий момент, идем туда. Хоть бы только оно работало. Ладно, пересмотрю потом в повтор. Так. Здесь мы ничего сделать не сможем. Будем дальше осматривать. Ой, Бакзала, хватит выход. Себе делать не русского. Будь. Ты же осторожно. Всегда по-русски с нами общался. Фига, она находчивая. Эй. Сюда. Посмотрите. Посмотрите, я нашла какой-то проход в стене. Давай. Сука. Да я знаю, что будет еще экшон. Просто... Сейчас, минуту. Я попробую как-то... Он ненадолго закончился. Ну просто больше мне нравится, когда экшон происходит в этой игре. Так прям, знаете, аж сердце бьется. Ну, это я уже трогала, ну что делать? Не уверена, что это можно назвать... Пройди кровью, тут, а пульс. Ничего не понимаю. Раскурочено. Ничего не выйдет. Я смотрю машинное отделение. Дэнни, ты обыщи трюмы. Грузовые трюмы, ты серьезно? Ты их видел? Олсен, там все на соплях держится, у меня инструментов нет, чтобы там ходить. Делай, что говорят. Козел. Что ты сказал? Ничего, сволочь. Все, хватит. Заткнись, Джуниор. Будь тут и следи за заключенными. Заключенными? У нас тут что, тюрьма? Чудесно. Мы скоро разбокатеем, если заткнетесь и будете делать, что скажу. Тебе можно игры звучать. Что-то здесь не так. Не знаю, странное какое-то место. Олсен, мы должны были их просто ограбить. А теперь застряли на этом ржавом корабле, пропахшем плесенью. Еще и с заключенными. Как-то все далеко зашло. Заткнитесь оба! Я тоже в трусах. Ты что, не видел? Я же вставала. Ну долго они там балакать-то будут еще? Провисоны слишком долгие. Провисон. Что я еще могу сделать? Что там? Не могу открыть. Сюда. Да шучу, это домашние шортики.
Возможно, путь заблокирован. Это выход. Да. Это выход. Я уверена. Предлагаешь стену пробить? Да, давай. Ты же такой крутой. Кому-то надо их отвлечь. Будет шумно. Погодите. Может, подопрем дверь изнутри? О, это идея. Столом. Или шкафом. Да почему я все должен делать? Так, отвлечь, подпереть. Я выбрала отвлечь, ребят. Эй! Эй, тупой, потный ублюдок! У тебя мозги прокисли! Да, эй, все, как она сказала, надво умножьте! Вашу мать и вашу бабушку тоже! Вы все воняете, как бочка протухшей рыбы! Точно! Ваши мамаши не дали икру! Эй! Выпустите нас! Ну, очевидно, что они их пытаются отвлечь, да? Тупо как-то, ну ладно. Да заткнись ты, твою мать! А ты выпусти нас отсюда! Прикольно! Это было очень круто, молодец она. Эх, надо бы стол обратно задвинуть. Давай, 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 моя хорошая, давай. Е! Я же сказала, надо было стол обратно задвинуть. Мы сделали это красиво. Идеальный момент. Наконец-то я что-то сделала красиво в этой игре. Ну что, оторвались? Конечно, не ожидала, что я так могу. Надо идти. Ни одной ошибки пошли. В этом не было. Ни одной. Тут наверняка есть лестница. Интересно, на нашем корабле до сих пор кто-то из них? Ой, я теперь за мужика играю. Только аккуратненько ходим, ладно? Ну вот, все пошли вперед, а я сюда зачем-то зашел. Зачем я так делаю? Ну, поковыряюсь в старом белье, почему бы и нет, самое время. А, боже. Не договорил. Ну и ладно. Да. Что произошло? Мы сбежали. Что произошло? Зачем он их... Зачем? Нас заперли, потому что нас похитили, а мы сбежали. Что тут непонятного? Какой феноменальный рейтинг, то, что она сказала, помноженное на 2. Да, такой дебилизм. Это, я не знаю, это в детском саду так общаются. Они все просто исчезли. Они как будто испарились, внезапно бросили все, что делали. Так же не бывает. Что это? Как могут крысы появиться на заброшенном корабле? Может быть, он все-таки не заброшенный? Вообще, крысы, они имеют такое свойство выживать в самых заброшенных местах. Есть там какие-то древние, уже давным-давно сгнившие трупы, вот это все. Спокойной ночи, Будьё. Ты так долго сегодня был на стриме, я не знаю, все время или просто заходил периодически, но я привыкла, что ты прощаешься в 10 где-то. Спасибо тебе большое. Следующий стримчик через пару дней. А до этого, возможно, что-то будет на моем канале. Возможно. Я всегда после работы что-то стараюсь еще поделать для своего канала. Может, Конрад добрался? Когда надо, он может быть очень находчив. Это не ответ. Сейчас 2 дня работы. Тогда, да, думаю, добрался. Так, сюда. Класс. Не знаю, не знаю. Ты слышал? Да. Там что-то движется. Что?
Кто там? Я не хочу выяснять. Я бы сказала, что это будет что-то новое. Надо идти. Ну ладно, не буду. Нет, потому что если что-то не получится... Нет, не пойду! Джулия, тихо. Успокоиться. Пойдем. У нее истерика. Я буду писать так? Писай. Писай как хочешь. Что ты спрашиваешь-то, господи? Привет, Уберклав! Игра топчик, но Until Dawn лучше, конечно. Я пока сама не поняла, но честно, мне уже нравится. Я выявил проблемы на места с хрупкостью конструкции и трещинами в некоторых секциях грузового отсека номер один, и поручил ремонтнику провести необходимые сварочные работы. Я посоветовал капитану не подвергать корабль большим нагрузкам, особенно в плохую погоду. Любое агрессивное маневрирование может привести к перелому корпуса. 20 июня я отреагировал на жалобу о том, что некоторое электрическое оборудование неисправно. Я обнаружил, что на контактах некоторых компонентов образовались оловянные усы. Усы? Оловянные? Так, понятно. Я очистил контакты и добавил в припой свинца. Он прекратил замыкание и должен замедлить рост усов. Замедлить рост усов. Слушайте, это актуально. Да писай как хочешь, что ты писаешь в чат? Писай в чат как хочешь. Мне все равно. Хорошо. Я как раз учу английский. Можешь вообще чисто по-английски общаться. В смысле, не писать латинскими буквами русские слова, а писать английские слова. Куда они все подевались? Если кто-то из вас будет со мной по-английски общаться, так будет для меня даже лучше. Черепок. Черепочек. Фига себе, какая детализация. Вы только посмотрите, боже. Посмотрите, как все проработано в этой игре. Как будто кто-то за руку его схватил. Череп крыса? My English is very bad, but I'll try. Okay. I learn English right now. Every day. Так, четверг, 12-е. Капитан запретил пить аж до конца плавания. На трезвую-то голову сразу понятно, до чего на корабле тихо. Ну там подрались эти два дебила, Уилсон и Андерсон, в плавании. Но Феррис сразу все пресек, и с тех пор тут тихо, как в церкви. Побалакал с парнем, который помогал грузить на корабль. Он сказал, что среди прочего там была куча гробов. Ну и чё, вроде как. Какой-то странный говор у него. А, читать книгу? Это надолго будет, знаешь, до конца стрима. Он сказал, что там один малый следил, чтобы все гробы грузили строго в один отсек, чтобы только так. О простых вояках так не заботятся. Я вот теперь и думаю, кто мог в тех ящиках быть? Пятница, 13-е. Люси is not necessary. Necessary? Так, где мой англо-русский словарь? Я забыла это слово. I'm English shit. Поэтому так. Да как хочешь, хорошо, я поняла. Ты хочешь писать в чаток? Окей. Так, пятница 13 у нас тут. Все серьезно. Перес сказал, один из ребят наделал самогон с припасов, которые они натырили. Ну, типа, знаете, забродить может все что угодно, хоть носки. Видимо, из носков сделал самогон.
В 6 часов надо с ними встретиться, заценить чего там. Самогон получился фигня. Перес сказал, что за 4 кружки окосел, но я сказал, что он гонит. Это же просто мутная водичка. Суббота 14. А, necessary, это необходимо. О, круто. Necessary. Окей, окей. Я услышал, как один малый говорил, что смог посмотреть на эти ящики. Надо его найти, узнать, что он видел. Может, и мне поможет поглядеть. Все заметано. Он уверен, что сможет меня провести сегодня ночью. Мы туда посмотрим. Господи, какой невнятный какой-то дневник. Ну, люди разные бывают. Всякие дебилы тоже могут вести дневник. И такое бывает. Так, меня там ждут. Меня там ждут. А я тут... хожу, брожу, что-то. Господи! Господи! Жена! Будущая! Ты чего так подкрадываешься-то? Так, а где второй мужик? А, стопэ, мы отсюда пришли. На английском стримы? Ну, конечно, будут. Когда я смогу свободно общаться по-английски. Да даже когда не смогу свободно общаться, тоже могу попробовать. Тренировать свой разговорный английский. Надо просто очень много чего уложить в свою голову. Ой, кажется, его поймают. Возможно. Если ты говоришь right now, то говори I'm learning English right now. Не просто... А, learning? Окей. Некоторые дебилы становятся переводчиками и превращают персонажа в дебила. Здравствуй, Серег. Слушайте, я думаю, что еще... одна неплохая игра у нас нарисовалась. Я вот такие игры люблю. Особенно от третьего лица, вот как вот это. У меня положительное впечатление от этой игры. Завязка интересная. Жутковато. Ну не то, чтобы прям совсем прям... вот такого нет. По-моему, внизу что-то движется. Может, это крысы? Ой. Гаси фонарь! Их ищут. Там кто-то есть. Ну-ка, тихо все. Тихо. Not money, not life. This is true. Это же наша крышка трамблера. Уверена? Да, уверена. Ольсон! Вот этот вот чувак без глаза. Ну, с таким вот глазом, вот с таким. Самый такой мерзкий. И он у них главарь. Игра супер, по итогу ее несколько раз переиграть можно будет еще. Другого шанса может не быть. Ты один раз прошел? Или уже... Ну все. Глядите в оба. I love those who pass them. Pass? Йо, Брэд, сначала нам надо все обдумать. Боже, да подожди ты. Что-то они как-то... Куда они лезут? Посидите вы спокойно. Куда... Зачем они спрыгивают? Твою мать! Что, по сюжету откуда крышка трамблера? Какого трамблера? Какая крышка? Кто-то идет! Привет, Мэггот! Ага, это мои новые ушки! А, ты японский учишь? Я вообще ни слова не пойму, так что не стоит.
Я пока один раз, но тут от выбора действий зависит сюжет. Ну, это понятно, это же типа Until Dawn. Ой. О, нет. Плиз. Надо ее как-то спасти. Давайте все... Надо всем вместе его замочить, он же один. I hope that this game will stay good like now. А, тебе сейчас она нравится? Не ори, я пытаюсь услышать, что происходит. Я не ору. Заткнись, я хочу узнать, где остальные. А, это трамблер? И что, здесь на корабле не может быть трамблера? Да здесь миллион трамблер. Yes, I finished. Так, 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 мы что-то делали. В ближайшее время я не планирую спидран. Фу, ты навир де мерда. Давай, идем за ними. Окей, пошли. Don't worry. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так, мы их обгоним. Я справлюсь. Миллионы трамблеров. Ну вот, мы разделились. Все очень плохо. Вы думали, хуже быть не может? Может, мы разделились. Тут очень темно, сыро. Мы посреди океана. Это ржавая посудина в любой момент затонет. Я не могу. Монстры? Так, походу, здесь будут призраки, а не монстры. Это у них типа часовня? О боже, зачем мне сейчас на это смотреть? А, да уж. Типа часовня. Так, ну главное, что муж и жена вместе, да? Мы с вами за любовь. Так что... Пусть выживет муж и жена в конце. Остальные друг другу там... А, и брат ее еще. Что это? Слышал? Что? Не слышал. Сестра, брат и ее муж. Все. Остальные не особо как-то. Я за них не переживаю. Очкарик этот. Ой, спасибо. А, трамблер? Да господи, ты со своим трамблером. Забила, я уже забила. Мне вообще все равно. Я это слово больше не скажу ни разу в этой жизни, хорошо? Оно мне не пригодится. Yes, I'm happy. I'm happy girl. А, человек еще, который на лодке сбежал, точно. Так вот, это же брат ее. Вот я и говорю, чтобы он выжил. Они уже почти муж и жена. А что это? Что это меняет? Муж и жена? Или просто... Погоди, мы здесь уже были. Парень и девушка. Как будто там в паспорте что-то меняет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Так мы тут не были же. Что-то она глючит, по-моему. Так, будущая жена глючит. Странная какая-то у меня жена будущая. Суп дежур, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Малыш, вот поженимся, и я стану твоим личным шеф-поваром. Ага, вот поженимся. Вот все они так говорят. Вот поженимся, и я стану таким-то, я стану сяким-то. Это просто две подписи в какой-то книжечке. Ничего не изменится, не верьте никогда этой херни. Вот поженимся. Что? Эй, сегодня по графику мясная запеканка. Вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать.
Я использую Google, чтобы помочь мне говорить по-русски. Окей. I understand English. English words. Все изменится, она разжирит, он забухает. Осторожнее, сейчас не время херней страдать. Ну, нам, наверное, нужно... Да, вдруг понадобится, реально. Мало ли что, может пригодиться. Вот. Что-то она меня начинает подбешивать. Какой херню? Или вы фонариками собираетесь тут защищаться? А ты это знала? Что именно? Что я знала? Я много чего знаю. Я мудра не по годам. Ты смотрела, есть ли у тебя процент девушек на канале? А есть такая статистика? Слушай, ну... Есть пару девчонок, с которыми я дружу, которые иногда ко мне заходят. За стрим это может быть одна или две девчонки, соответственно, 0,1%, как-то так. Вообще-то юридическая сторона решения проблемы изменится. Ой, каких проблем? Ты знаешь, когда люди женятся и при этом еще думают о том, что они будут когда-то разделять имущество, это еще хуже. Что это? Я ничего не слышу. Тох, привет. Мужской пол комаров — это веган, а девушки сосут кровь. Да, я еще в детском саду этот бред слышала. Ну, не могу сказать, что я в это еще и тогда не верила. Ну, может, это и правда. Мне вообще-то все равно, честно говоря. Игра интересная. Она немножко такая, знаешь, типа... нудноватая, в ней надо много ходить, но в какой-то момент начинается экшен, и вот такое все... Все просто очень жестко становится. И нужно очень быстро нажимать на кнопочки. Интересная, хорошая игра. Мы в море совсем недавно, а еда мне уже надоела. Хуже смерти. А, надоела хуже смерти. Сегодня вечером кормили совершенной бурдой, но все лучше порошкового омлета, который был на завтрак. Бррр. Не сомневаюсь, что коки изо всех сил стараются сделать из того, что есть что-то съедобное. Но клянусь, я убить готов за свежую еду. Дома первым делом выпью большой стакан холодного молока. Почти во всех американских газетах писали о той резне в Филадельфии. В голове не укладывается. Мы уплыли на край земли, чтобы сохранить мир в нашей стране, а дома тем временем люди убивают друг друга на улицах. После таких новостей хорошо бы выпить пивка, но капитан запретил все спиртное. Видать, придется ночью считать овец. В теорию Дарвина? А ее разве не опровергли? Я верила, когда в школе училась. Вообще, как-то я со временем, могу тебе так сказать, сейчас я верю только в то, что я видела или трогала, или слышала своими глазами, своими ушами. И, то есть, в историю, в принципе, верить на 100% это неправильно, потому что нас там с вами не было. А уж тем более... в то, что происходило там в древности. Мы не можем с вами утверждать. Стоп. Что-то не так. Да, люди очень умные настолько, что они могут рассуждать, откуда они взялись, что такое космос, что находится внутри нас и... Что? Так что? Далее. Здесь кто-то есть. Был ведь, ну, какой-то звук. Но во всем этом есть процент... Я точно что-то видела, движение какое-то. Ну, то есть... У меня есть процент недоверия ко всему этому. Крысы. Наверное, это просто... Я тоже хочу жить в Питере. Никого нет. Не смейся надо мной. Да, веришь только в то, что трогала. Ну, почти. Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Господи, и какой что, же делать, бред. Развернуться? Мы как все вы, это уже видели. Как вы из моего контекста выуживаете такие фразы? Неужели я так общаюсь? Я очень плохо знаю историю.
Я хочу очень много перечитать. Нет, это явно не мой вариант. Чисто для себя. Я в школе плохо историю знала. В жутких часовнях не моя тема. Эх, жена у него истеричка и трусих. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. Отлично, так чего же мы тут торчим? Блин, неужели я так общаюсь? А это что? Или это вы, пошляки? Это что? Может, не стоит это открывать? О боже! Обалдеть. Нет, ну это человек. Жесть. Просто он там не один. Это вообще кто? Это хоть человек? Что это за чертовщина? Короче. Я сказала, палим. Я бы плакала бы. Все, где-нибудь уходим. Вообще. Упала бы в обморок. Я очнулась бы только тогда, когда уже все умерли. Я бы осталась одна. Тут имя написано. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Порнуха перед глазами? Зачем запирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Повторюшка, посмотри, повторюшка. Похож на детский. Американский флаг. Пошли отсюда. Ты можешь идти быстрее? Прошу! Хорошая озвучка. Что такое? А что бы я сделала? Я не умею стрелять из пистолета. Ой, как... Что там? Смотри! Серьезно? Ты что, меня пугаешь? А? Может, просто уйдем? Это точно была голова. Ну вы же видели голову? Там была голова, я вам говорю. А крыска миленькая была. Я когда-то стреляла только из АК. А побыстрее нельзя? Хватит экскурсий. Есть, мэм. Это все мое сознание. О, какой подкаблучник, а? Слушайте. Откуда этот звук? Да крыс тут полно на корабле. Чего вы переживаете? Какой звук? О-о. Им все по отдельности мерещится. Да здесь идеально чисто. Кстати, да, такое современное. О, трупики. И, кстати, они что-то не очень-то и... Твою мать! Мама! Эй, сейчас не время валять дурака. Я серьезно, я на пределе. Да какого хрена такие свежие трупы на этом корабле? Чёрт, какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? Есть такие вещи, которые можно чувствовать и верить, или думать только сердцем, их нельзя объяснить логикой. Да, я понимаю. Но это сейчас не относится к истории, например. Мы про историю говорили. Если здесь и есть лекарство... Лекарство — это хорошо, надо бы взять с собой... Или он хотел сказать, если здесь и есть лекарства, то они, типа, уже испортились. Проблем у меня полно, но хоть голова не болит. Надеюсь, вы не на меня намекали, мистер. Ну, палец в рот засунуть, я не знаю. Это был бы уже край. Не, ну, трогать трупы. Не знаю, зачем я его потрогала-то тоже. Сам причисляю себя к верующим, просто верю в высшее добро и в то, что во всем есть смысл. Мне кажется, если вера вдохновляет людей делать добрые дела, она уже себя оправдывает. Личный пример, я инвалид,
но вдохновлен. Так что 10 лет устраиваю концерты для сирот, инвалидов, заключенных. За что, кстати, даже почетный знак отхватил. Ух ты! Ничего себе, я горжусь тобой. Хоть я тебя и не знаю, но ты молодец, ты реально вдохновляешь. Ты даже меня сегодня, ты сейчас меня очень удивил. Welcome. Ты крутой. Come back. Спасибо. Спасибо за подписку. Так здорово, ты такой молодец. Вообще люди, которые, ну, имеют такие проблемы и при этом вдохновляют людей. Вы вообще, вы очень нужны людям, очень. Ты очень крутой, молодец. Доска. Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно, а потом... Он что, врач? Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет! Это что? Хэштег! Он умер от испуга? Жуть какая. Испуганный труп. Хо. Может быть, там из аппендицита что-то вылезло? Про бунт? Возможно, упустила. Я сейчас немножко в игре. Совсем чуть-чуть. А где аппендицит лежит? В каком холодильнике надо посмотреть? Слушайте, вам не кажется, что эти трупы должны быть уже скелетами? У них даже... На них кожи, наверное, уже не должно быть. Мне кажется, этот корабль очень давно в свободном ржавом плавании. Побежал, побежал! Кино выходит документальное, если ты из СПБ, могу да, сказать, когда будет вечер, на котором я выступаю. Обалдеть. Напиши мне ВКонтакте, это будет очень круто. Ой, кто-то с молоточком там ходит. Ай-яй-яй, Кир. Ну, крысочки тут, конечно, милые. Ничего не скажешь. Наконец-то нам мы идем? Про нее решили показать. Дело. Пришивать собралась. Почему? Приготовить. Он, наверное, вкусный. При такой влажности, так тут же очень влажно. Скажи, куда мы, блин, идем? Устраиваете бунт против ютубера? Ютубер заставляет копать шахты? Что за бред ты пишешь? Спасибо. Да, я смотрела кино «Гори, гори, ясно», оно мне понравилось. Что он говорит, да? Я не ожидала, я вообще про супергероев не люблю, но этот фильм, он... Немножко, как бы, необычный. И оказался очень даже таким страшненьким. Стой. Знаешь, как вот Омен последний в этом году, который выходил, вот наподобие мне понравился. Тоже типа ребенок и тоже такой отбиваться начал от родителей. Что такое? Я сама решаю, куда мне идти, что ли? Очень странно. Он меня должен вести куда-то, а я сама иду. Прикольно. Сейчас я спрячусь где-нибудь. Ой, кто-то сидит. Ладно, хватит. Выходите. А-а-а.
оказалось. Черт. Да, посмотрите, конечно, смотрите этот фильм «Гори-гори ясно». Дебильное название, оно на самом деле не так там звучит по-английски. Гребаный корабль проклят. Корабль проклят. СС опять. Посмотри. НГ Медан. Мы что-то записали себе там? В блокнотик. Медан. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Он боится, боится. Олсен! Так а нафига вы мне это пишете, если я не пойму? Кто такой Хэппи Вольф? Я же даже не знаю. Вы что, изменяете мне с кем-то? Так, так, так. Понятно, понятно все с вами. Не делай этого, прошу. Ой, она что, его боится? Да он же лох. Ну он же лошара. О боже, вот этот парень сейчас здесь, с нами. Умер на корабле, там и остаешься. Умер на корабле, там и остаешься. Бред какой ты несешь. Не изменяешь мне, ура. Хоть кто-то мне не изменяет. О, вот сейчас мы ему в рот палец засунем, хотите? Ха. Куда подевались твои друзья? Спасибо. Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Ну, не то, чтобы она трогает предметы. Просто шляпку взяла. Может быть, тут живой ее владелец. Привет, Олег Исаев. Да вообще обалденно. Я их даже не чувствую себя на голове, представляешь? Самое приятное, когда вот наушники просто сидят. Что это? Как на своем месте. О, картинка. Он мне не дал посмотреть. Толкается. Спасибо, спасибо. Сама выбрала. Я даже не знаю. Советовали мне такие наушники, кто-нибудь или нет, я сама их выбрала. Да. Сейчас пойдет напряженка. Так. Крейзи? Что за хрень? Изменяешь другим стримером со мной? HyperX. Дальше не помню. Что-то там два. Мы же вроде еще не настолько близки, что кто-то кого-то изменил. Я имею в виду, как мои зрители. Найду я его? Клёвый корабль, да? А, Клауд 2. Ой! Ой, маг чернокнижный какой-то. Даже не знаю, куда мне идти. Да ты чё крадёшься? Это как... Прости. Так, слушай. Ты прошел мимо него. Мне так, кажется, ты этот... вообще сюда попал. Этот я чувак... Я пытался тебя догнать, ну, спасти и все такое. Но самый потом, тихий обычно оказывается... Я просто хочу выбраться на свежий воздух. Маньяком каким-то самым главным. Все, мне кажется, вот этот замешан. А я не поняла, где можно линзу купить.
Я не знаю, может быть, у меня нету здесь таких магазинов. Если что, закажу в интернете, если очень захочу. Ребятки, я вот думаю... Блин. Ай, вот дурында. Я думаю, что я сейчас закончу стрим, потому что завтра мне на работку. Я сегодня немножко позже начала, потому что настраивала там мышку, клаву, вот это все. Тестила. Надо же было проверить, вдруг оно все не работает. Вот. Еще кое-какими делами занималась. Поэтому запустила поздно, но, к сожалению, надо мне будет скоро уже отчаливать. Так это жанр такое интерактивное кино, где продаются склярные линзы. У кого поинтересоваться? Не к добру все это. Да, кстати, здесь что можно это? Как-то играть с ничего кем-то. Ну я одна. Я всегда одна, пока что. Ослепший старый маг ночью по морю бродил. Знаю такое. Да, я думаю, мы, наверное, на этом закончим. Ребятки, спасибо всем, что были на стриме. Спасибо, что пообщались со мной. Я могу сказать, что пока что игра не очень страшная. Не очень. Такая атмосферная, интересная, но не очень страшная. Ну, в принципе, это не самое главное, да, бояться-то. Интересно, как оно, к чему все придет, как оно все разовьется. И вообще игра, вот этот эпизод, он где-то на 4 часа, если нормально быстро проходить. Я прохожу, как обычно, медленно, мне так кажется. Поэтому следующий стрим у нас будет по этой же игре. Скорее всего, мы этот эпизод пройдем до конца на следующем стриме. Вот, следующий стримчик через 2 дня. Но возможно, что мы с вами увидимся немножко раньше, завтра или послезавтра. Вот. Всё. Спокойной ночи. Пока. Пока-пока. Планы? Сейчас пойти кушать и спать. Рад был найти вас, буду дальше следить за каналом. А игра смешная. Спасибо большое. Приходи еще. У меня еще выходит... Stranger. Stranger. Thank you. Иногда видосик. Спасибо за стримчик. Пожалуйста, Захар, спасибо тебе большое за поддержку. Вот, да, на моем канале на Ютубе иногда выходят видосики про игры, про фильмы, не забывайте об этом. Вот, я буду стараться выпускать их почаще. Все, пока. Пока-пока-пока-пока.